Так, что тут у нас в холодильничке? А тут просто обилие фруктов. Даже вот кола есть. Значит, что мы имеем на кофе тайм? Это все стандартное. Его никто даже не ест. За то, что здесь есть печенье, просто вот завались. Печенье сахарное. Вон трюфеля там какие-то. Вафельки, конфеточки. Что это? Что-то сгущеночка повидло. Кофе. Много чая. А теперь? Сколько тут сока? Сколько тут колбаски с сыром? Тут даже тортик имеется. Ой. И это все для меня. И снова 3 сентября. Вот выдали нам чипсы, пивасик. Чтобы работалось нам хорошо и отдыхалось еще лучше. Так вот, а если вам пиво кажется очень простецким, то пожалуйста. Вот тебе и водочка, вот тебе и виски. Вот тебе бальзам, бренди, коньяк, ликер. Короче, куча-куча всего. И пиво, и сигареты. Ну вот, допустим, цена, вот я уж не знаю. Chivas Regal, это литр, 12 бутылок. То ли это вся коробка, или каждая 25,95. Я так и не понял, что это за цены такие, но, тем не менее, работай, бухай и не работай, и списывайся. О, какой стольчик. И какой шашлычок. А там что такое? А, почки заячьи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Что касается повседневной трапезы, то повар оказался прям фанатом своего дела. На обед 2 или 3 вида супа. На второе – гарнир на выбор, мясо на ваше предпочтение, салат на ваш вкус и прочие овощи, свежие и маринованные. А мороженое разных вкусов и можно набирать себе столько, пока не лопнешь.